приемную «Единой России» Вероника Кирсанова обратилась с просьбой решения жилищно-коммунального вопроса. По семейным обстоятельствам женщине пришлось взять кредитов почти на 1 000 000 рублей. Вместе с тем она долгое время не платила за услуги ЖКХ. Сумма накопилась приличная, и в декабре 2021 года видновчанку признали банкротом. Займы списали сразу, а долг по квартплате нет. Теперь Вероника исправно оплачивает жировки, но долг продолжает числиться. Руководитель общественной приемной Александр Усков обещал ситуацию урегулировать. Я надеюсь, что в этот раз мне помогут. Потому что я уже обошла все возможные инстанции, которые только можно было обойти. Везде все обещали и ничего не сделали. Такие встречи с жителями в общественной приемной партии «Единая Россия» проходят каждую неделю. Люди обращаются с разными вопросами. Многие из них решаются на месте. Мы считаем, что такое взаимоотношение между людьми и партией, оно дает свой результат. Это доверие, прежде всего, в том числе и власти. И вы знаете, что нашу партийную организацию возглавляет глава Ленинского городского округа Алексей Петрович Спасский. И работа общественной приемной напрямую связана, в принципе, с работой администрации. Среди членов фракции «Единая Россия» – депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа, которые также принимают участие в общественных приемах. Сегодня на встрече присутствовала Ирина Архангельская. Мне больше всего был, конечно, интересен вопрос по социальным вопросам, так как это ближе к моей работе. И я и веду со старшим поколением работу. И как раз пришла женщина, которой вопрос был по пенсии, что ей не доплачивают там определенную сумму. Потом мы разобрались с этим вопросом, позвонили в МФЦ, она сейчас встретится с начальником Николаем Васильевичем. И решили так, что если вопрос все-таки не решится, то она обязательно мне перезвонит, и мы еще вопрос решим это с пенсионным. Записаться на прием несложно. Через сайт местного отделения «Единой России», непосредственно в офисе партии по адресу улица Школьная, дом 17, или по телефону 8-498-547-1471. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.